Каким автомобилем управляли? Я не управляю, я спал на заднем сиденье. Opel ваш автомобиль? Не мой. А вы на каком автомобиле ехали? Я на заднем сиденье. Какого Opel автомобиля? Astra. В каком автомобиле? Opel Astra. Opel Astra. Кто был за управлением автомобиля? Хозяин. Где хозяин? Не знаю, ушел. Убежал куда-то, что ли? Да. Понятно. А вы каким образом оказались на пассажирском сиденье? Я спал на заднем сиденье. Понятно. Что-нибудь из спиртных напитков употребляли? Я, да. Что именно? Две бутылки пива. Понятно. Далее куда последовали? Я спал уже. Сам механизм ДТП, то есть вы уснули, что ли, за рулем, получается? Так я получается? Я не сидел за рулем. Ну, на пассажирском сиденье где вы сидели? На заднем? На заднем. Где именно? Спал. Справа, слева? Спал. Двое. Два человека было у вас в автомобиле? Да. В машине. Кто именно? Владельца как зовут? Не понял. Фамилия, имя, отчество владельца автомобиля. Как я могу? Ну, автомобиль, автомобиль кому принадлежит? Багричу. Багричу? Да, наверное, Багричу. А вы как оказались на пассажирском сиденье? Выпивали вместе. Вместе выпивали? Он тоже то есть состояние алкогольного опьянения был? Не знаю, не могу сказать. Так если выпивали вместе? У нас там куча сидел. Понятно. Водительское удостоверение есть у вас? У меня нет. Нету? Никакой категории даже нет. Не учились? Есть Б, я сдал. Сдал? А вы диска не получали, да?